Так, народ, небольшой влог, так сказать. Сейчас мы идем снимать поезд Санкт-Петербург-Ижевск. Времени осталось в обрез. Я, конечно, не знаю, успею ли я его снять. Тут сейчас светофор. Конечно, чудит по полной программе со временем. Хотя, может быть, мы сейчас и успеем это сделать. На самом деле. О, зеленый. Осталось с вами меньше 10 минут. До прибытия поезда. То есть я должен как минимум за 5 минут до прохода самого поезда будет под мостом. По движению поездов онлайн, он сейчас едет тот люк шути к Заводской, а я подозреваю, что он ее уже проследовал. Заводскую. Ну, как вы тут видите, поездов не видно никаких. Да ладно. Пойдем его ждать. Вот у нас мост через одну из горловин станции Ижевск. Тут у нас имени. И тут самая дальняя, которую мы видим в кадре. Это Ижевск-Дилай. Ну и парк. Дальше у нас это сами в сторону Воткинска. Так что ждем.